Дороги Одинцовского округа моют ежедневно, но дважды в год их подвергают капитальной мойке, уже с применением специальных средств или шампуней. Осенью готовят к зимнему сезону, а весной смывают реагенты. Сразу 4 специализированные машины выходят на проезжую часть. Еще одна обрабатывает тротуары. Практически ничем не отличается. Это такая же машина, просто на более маленькая машина, меньший объем. Так как ширина тротуаров у нас, естественно, меньше, чем дорога, она промывает также водой и сейчас специализирующим средством. Традиционно процедура мытья дорог проводится, когда стабильно устанавливается плюсовая температура. В этом году весна пришла раньше, снега зимой было мало, задача в целом упростилась. Осталось удалить с асфальтовых брусчатых и асфальтобетонных покрытий мазутные масляные пятна и следы от шин, которые невозможно смыть обычной водой. Кстати, моющее средство, которое используют, совершенно безопасно. Оно не содержит кислот и щелочей и полностью разлагается в почве. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».